На контрольном посту сработала система молнии. Срабатывали датчики пожара на первом, втором этаже коридора. Я обследовал их. После этого, посмотрев дополнительное возникновение работы датчиков, кабинет 202. Открыв дверь, увидел, что воспламенение электропроводки. Тут же взял огнетушитель, погасив проводку, и объявили эвакуацию детей. Эвакуация произошла до прибытия спасателей. Повторное возникновение пожара не происходило. Спасатели приехали очень быстро. Реагирование моментальное. За что им большое спасибо.